Касьянов готов вернуть Крым за приход во власть. И за это вместе с Алексеем на всех публичных мероприятиях получают тортики. Да, кстати, Касьянов в интервью Ксении Собчак ответил, что готов возглавить партию Парнас, а в итоге так и получилось. Он возглавил партию Парнас без выборов. И Алексей Навальный поддержал эту ситуацию. И эти люди рассказывают нам про демократические выборы, про необходимость тендеров, про распилы миллиардов, про друзей Путина и так далее. Может, те, кто хочет во власть, пытаются играть с нами в демократию? Кстати, партия Парнас называется «Партия народной свободы». Только какого народа?